Всем привет, друзья! Начнем контент делать. Усаживайтесь поудобнее с чаем и печеньками. Итак, давайте продолжим историю. И надо как-то вызволять наших партизанов. Так, давайте посмотрим сводки, местные слухи. После заезда Зобеля на район прокатилась волна арестов. Людей арестовывают и отправляют в тюрьму при малейшем подозрении. Угу. Слухи о с фронта. Крым полностью контролируется фашистами. Или фашистам так кажется. Там отличные условия для партизанской борьбы. Ой, да. Проблема у нас. Рельсовая война. Давайте, наверное, пусть выполнит ее. И хватит. Да. Рыбачить. Иди, пацан, отдохни. Порыбачь. Как-то мысли надо собрать вместе, чтобы подумать над будущей операцией, какое-то вызволение из тюрьмы. Какие-то данные новые. Так, отлично. Все получилось. Какие-то есть вылазки еще. Трофеи, да? Угу. Наверное, сюда. Давай назначим. Давай, закопти, пацан, еду. Нам понадобится она. Также нужно будет одеть и обуть. Что-то не получилось, да? Опа, день операции. Дед потихонечку идет. Так. Схорон готовили основательно. Много полезного. Василий Гаврилович, наконец-то! Есть новости! И кто это с вами? Комиссар Никитин. Он тоже был в Волково. Сейчас он сам вам все расскажет. А почему он один? Их что, убили? Последний раз, когда я видел ваших товарищей, они были живы. Зобель повез их в тюрьму. Но это же еще хуже. Мы должны что-то сделать. Вытащить их оттуда, пока не поздно. Поэтому я и пришел. Мне нужен доброволец, который отправится со мной вызволять пленных. Гриш, а Гриш? А не в этой ли самой тюрьме ты сидел? А тебе что за дело? Решил меня комиссару сосватать? Да и мутный он какой-то. Может, он и не комиссар вовсе, а засланный казачок. Это вряд ли. Не могли они у наших расположений базы выпытать. А идти кроме тебя все равно больше некому. А че не Кулагину? Ты с ножом управляешься лучше. Да и стены высокие тебе не помеха. Пожалуйста, дядя Гриша, мы ведь клятву давали. Вы же сами говорили, что надо жить по понятиям. Вот сучоныш. Решил поймать на слове. Эх, ладно. Пошли, комиссар. Только смотри мне без фокусов. Да, суровая крепость. И бои за нее тоже были суровые. Мы можем проникнуть внутрь там же, где ворвались немцы. Через пробитую снарядом брешь в стене башни. Подозрительно, что ее до сих пор не заделали. Захватив крепость, они не стали ее восстанавливать и пошли дальше. Зобель здесь не дольше пары недель. Не нравится мне этот план. Далеко. Лучше я перелезу через ворота, достану ключи и открою. Правда, потом еще ключ от пожарного выхода придется сыскать. Так что хрен редьки не слаще. Еще где-то здесь есть архив, который фашисты собрали на местных. Уничтожив его, мы осложним им задачу по выявлению потенциальных партизан и подпольщиков. Главное не спалиться, если нас заметит хана. Ну что, начинаем? Так. Надо смотреть, получается, тогда. Опасная дистанция. Давай перезарядись сразу. Так. У всех будет на изготовке. Пирожком пощекотать.
Что делать? Здесь двое. Эти услышат. Так, тем более здесь свет. Здесь этот фонарь убогий. Так, надо, короче... Я знаю, что делать. Вот этого мы сюда уберем подальше. Опа, а это кто? Еще двое солдат. Надо вот как-то сюда. Керосином запахло. Да-да. Давай тихонько вот так выманим одного и второго. Томил вертеться. Этого порешил. Забрали. Отлично. Вот за стеночки и положим его. О, камешки. Так, камешки для отвлечения как раз подойдут. Так, здесь... есть кто-то? Нет, никого нет. Так. А там двое. Решил. Одного укокошил. Так и будем сидеть. Так, табачок, чтобы отвлечь охрану. Самое то. С собакой. Аккуратнее надо быть. Ну вот этих жахнуть двоих. Ха, могу перышком пощекотать. Ключики нужны там. Угу. Я знаю, что делать. Туда я. Не стоило зевать на посту. Как не меньше. Туда я. Ключа не было, да? Как я вижу. Ключа и нету. Рискованно. А здесь на замке, да? Дверь-то на замке. Пощекотать перышком. Опасная дистанция. Внутрь бы попасть.
Здесь враг. Какой пистолет давай? Надо смотреть и думать. Что с этим сделать можно? Он под светом, и это очень плохо. Надо будет, это придется крюк сделать целый. Собака этой. Опа, вышел. Проверяющий вышел. Так, о, здесь свет вон. Отключить можно. Я знаю, что делать. А вот нехрен зевать на посту. Этого порешил. Ситуация под контролем. Скидывай. Вот так. Говоришь, пуля дура. Я знаю, что делать. А вот нехрен зевать на посту. Что делать? Забираем. Так и будем сидеть. Нет, 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 мы их сейчас скинем. Трупаки подождем сейчас вот этих. Опасная дистанция. Да, да, да. Комиссар, не нуди. Прикольная собачка. Заметить. Да, да нет, не заметить. Оп. Керосином запахло. Опасная дистанция. О, здесь пролом какой-то. Здесь можно будет, наверное... Так, здесь машина, оказывается. А пройдем мы через вот этот пролом, да? Наверх. Могу пощекотать перышком. Так, давайте сохранимся. Палят, суки. Тут я. Здесь враг. Ха, могу перышком пощекотать. А вот нехрен зевать на посту. Этого порешил. Что делать? Я знаю, что делать. Так, тело сбросить. Угу. Чё, так и будем сидеть? Говорите. Тихо. Так и будем сидеть. Здесь враг. Аккуратнее. Отлично. Успел пройти. Ситуация под контролем. Ликвидировал.
Что делать? Ничего. Что смотришь сюда? Керосином запахло. Так, здесь ничего нету. Как мы пройдем через пролом этот только? Сколько пацанов здесь? Так, электричество надо вырубить. Здесь высвободить. Могу пощекотать перышком. О, ты еще и поднимаешься. Так, двое поднимаются, да? Понял. Тут я. А он в обход делает, да? Большой делает крюк. Мозги сушишь. Отлично. Чтоб ничего не было видно. Вот это я не буду трогать. Опасная дистанция. Тут я. Двигаем. Палят, суки. Угу, здесь погибший есть. Ой, девочка наша. Ситуация под контролем. Слышь, чё, брод? Утомил вертеться. Да, не вертись. Завалил гниду. Хорош ты чихать, ну шо тут? Керосином запахло. Тихо. Так, давай сюда зайдем. Так, того надо чувака. Здесь электричество. Можешь открыть, если электричества нет? Закрыто. Надо ключи найти. Спасти наших. Заходи аккуратненько.
пока что уберем. Так, патрончики. И спрячем его сюда. Так, куда он смотрит? Не должен увидеть, я не знаю точно. Ну-ка, Мороз, сможешь открыть? Тоже нету. Обидно. Так, тогда... Опасная дистанция. Рискованно. Так, ну ладно, тогда ждем их. Тихо. Что делать? Так, давайте вот так. Оп. Утомил вертеться. И этого заберем. Не стоило зевать на посту. Мозги сушишь. Этого тоже ситуация забрали. Ситуация под контролем. Соблюдайте субординацию. Так, иди заваливаю. Здесь, дамы и господа. Этот отвоевался. Газетная вырезка номер 9, часть 1. Недавно фашистами были застрелены трое подростков, ходившие в лес собирать хворост. Это произошло на глазах у крестьянки Тихоновой, перестарелого крестьянина Федулова, которые умоляли немцев пощадить ребят, за что были жестоко избиты, раздеты и брошены в холодный сарай. Вечером гитлеровцы напились, обложили сарай соломой и подожгли. В деревне Ивановка офицер потребовал от местных жителей 30 тонн картофеля, 5 коров, 20 овец для германской армии, которые крестьяне должны были доставить немедленно. Вот уроды! Сохранять хладнокровие. Мозги сушишь. Так, кто у нас тут? Блатные, о! Медик. Я знаю, кого мы порешим. Тут я. Чего вы молчите? Времени у нас много. Вы мне все равно все расскажете. Еще не случалось, чтобы я не получил ответы на все вопросы. В конце концов, если вас не уговорит Карл, может, это сделает белокурая фройлайн? Или... Та девочка из деревни. Что скажете, капитан? Что ты не доживешь до утра. Знали бы вы, сколько раз я уже это слышал. Вот увидите, скоро вы заговорите совсем по-другому. Начнем все сначала. Где ваша база? Вот тебе красный галстук. У него как раз красненький. Кого еще успокоить? Тоже мне медик, он прикрывшийся медиком. Так и будем сидеть. Урод. Рискованно. Тут я. Давай хотя бы сюда скинем, не так явно, чтобы было. Так и будем сидеть. Так, аптечка. Опасная дистанция. Заберем. Противник поблизости. А это мы оставим в назидание этим противникам. Что нельзя к нам лезть. Так и будем сидеть. Так, для ремонта. Так, успел залезть, отлично. Сохранять хладнокровие. Мороз, давай. Сейчас Морозом возьмем, выйдем. Могу пощекотать перышком. И пойдем в атаку на этого.
Ситуация под контролем. Отдыхай. Этого порешил. Так, отлично. Тут я. Давай сюда. Поясни за базар. Спрячь сюда его. Это нежное тельце. Так, здесь три выключателя. Противник поблизости. Ну, здравствуй. Говоришь, пёс. Пуля дура. Сохранять хладнокровие. Посмотрим, что здесь. Так. Буксы горят. Так и будем сидеть. Мозги сушишь. Отстранил. Ликвидировал. Опасная дистанция. А сколько можно в ящик этот? По одному в ящик, да? Тут я. Блин, у нас нету этих ключей. Темно стало, да, что-то? Сохранять хладнокровие. Ты сюда не смотри, давай. Ситуация под контролем. Чисто сработано. Одним меньше. Ну чё? Не доживёшь, пёс ты. Я же говорил, что ты не доживёшь до утра. Что с остальными? Надо вытащить всех и убираться отсюда. Мы над этим работаем. Идти можете? Нет. Ясно. Понесем на себе. Так, сейчас освободим девчонку. Кого тюкнуть? Да вообще без базара, так. Рискованно. Иди, комиссар, бери на себя. Так, это тревога, отключись. И проверь хранение. Сохранять хладнокровие. Вот, досье кислякового ВП. В одном из боев, проходивших с 14 по 18 июля 1941 года, был убит командир взвода отдельной дегазационной роты. Его заменил помощник командира взвода старший сержант ВП Кисляков. Вместе с бойцами он захватил высоту Безымянная, находившуюся в районе устья реки Большая Западная Лица в Мурманской области, и занял оборону, расстреляв почти весь боезапас. Он приказал бойцам отойти и сам остался, прикрывая их отход. Кисляков отбивался из пулемета, винтовки и трофейного оружия, а когда не осталось патронов, пустил в ход гранаты, заставив фашистов думать, что высоту удерживает целое подразделение. Несколько часов, пока
не подошло советское подкрепление. Кисляков в одиночку противостоял сотне гитлеровцам. О, да, это круто. Так, это он молодец. Так, давай, забираем своего. Ты давай, все будет хорошо. Так, надо нашу девочку и граждан. Привет! Где же вас так долго носило? О, вот это артефакт был. Прикольно. А чё сразу я? Да, а чё? Девочка, задача наша. Задача ясна. Так, ты без ничего вообще, да? Так, у тебя один навык. Так, быстрее передвижение. Пулемет. Точность. Что ж тебе еще? Ловкач. Выносливость. Пробежка. Значительно увеличит точность при стрельбе. Ну давай вот это вот. Может быть тебе когда-нибудь понадобится эта фишка. Насчет вещмешка. Что бы тебе можно дать? Я бы, конечно, тебе... Далеко. Рискованно. Так, надо всем собраться, давайте. Тем более, к сожалению, у него проблемы с это... Заметят. Так, я тебе могу автомат дать. Давай пока командиру отдадим этот автомат нафиг. Хотя, пусть у командира будет. Так, патроны тебе дадим сейчас. Так, 39, да, у него... Ну там у него нормально будет. Так, пару гранат. Растяжечку тебе подкинем. Лекарственные аптечки пусть у тебя будут. Так, растяжка. Вот эта бутылочка пусть. Ножика жаль нету, да? Да, отдадим ножик девчонке. Пусть. Либо хотя... Нет, давайте перекинем на Белозерова мужика, на Козорина. Потому что у Никитина есть возможность и сила уничтожить нескольких человек сразу. Это очень важно. Тогда мы оставляем растяжки и гранаты здесь. Ну все, так же и оставим. Так. Ты давай скидывай. Ох ты, он как... Да? Давай, бери его. А чё сразу я? Ты иди, открой. Вот это откроешь? Штеримся! Так, тихо сидите, когда услышите, что паролом будет. И всё будет отлично. Надо будет вам бежать. Керосином запахло. Да, все в порядке, что-то не парься. Так, здесь на улице. Угу, проход сюда. Ключи у нас главные есть. Горло бы промочить. Все, идем потихонечку, помаленечку. Так, ключ здесь тоже есть у нас. Проход. Нам бы архив уничтожить. И других спасти. Они под замками. Да. А чё сразу я? Давай, не это. Не репенься. Это наши пацаны. Палят, суки. Так где свет выключен будет? Подозрительно, да? Задача ясна.
Да, я так и думал. Могу пощекотать перышком. Керосином запахло. Может заметить. Ты давай выруби. Так и будем сидеть. Да не, сейчас бахнем. Сейчас скажем надо привет. Быть осторожно. А вот нехрен зевать на пасту. Одного укокошил. Тихо. Шкеримся. Смотрите, у него здесь народ. Угу. Не стоило. Привет. На посту. Говоришь, пуля дура. Рискованно. Да все хорошо. Так. А он сможет открыть? У него уже ключа нету. Опасная дистанция. Сплошные препятствия. Чё, так и будем сидеть? Давай. Сюда, у тебя же ключ. Палец, суки. Отбежать, пока силы есть. Тихо. Сидите, как услышите, что мы проломим ворота, бегите. Отлично. И наш вот. Так, найти, освободить Фетисова, не дать обнаружить. Это бедовое. Так, нам сюда вот надо пройти. Задача ясна. Шкеримся. Поясни за базар. Может заметить. Так, здесь понятно, здесь склад у них. Здесь свет. Тут я. Что-то ковыряется. Что, дверь не можешь открыть, что ли? Вот тебе красный галстук. Одного укокошил. Дверь не мог открыть, дурак. Оля, нифига здесь. А ё-моё. Здесь армию, и наша здесь. Да. Долг зовёт. Опасная дистанция. Здесь враг. Про
противник поблизости. Рискованно. Хоть и сколько, а? Я хочу все забрать. Мешает. Тихо. Я не подведу. А что ты бросил его? Так будет лучше. Тихо. Здесь. Так, получается, у нас надо посмотреть по навыкам. Что у него, что-то открылось у нашего бойца Морозова. Так, скорость. Угу. Наше ребро уменьшена перезарядка. Ага, отлично, это хорошо. Так, иди, Мороз, открой нашего Фетисова. Свои, знал, что придете. Что-то я озвучку не проработал. Гостили, пора и честь знать. Так. Я видел на заднем дворе броневик. Угоним его и протараним ворота. Если камеры будут открыты, узники тоже смогут сбежать. Отлично. Это хорошо. А вот и... Фетисов. Так, на данный момент у нас задача какая? Тут я. Здесь враг. Ой-ой-ой, подождите, там целая толпа. Куда ломанули? Так, этих не будем трогать. В принципе, здесь незачем их трогать. Дол. Че, так и будем сидеть? Тихо. Свет вырубим, и что будет, если у этих? Наверное, здесь или там? Непонятно произойдет, да? Ну, типа перебой туда-сюда. Так и будем сидеть. Пойдем, комиссар, будем рубить дальше. Ха, могу перышком пощекотать. Так, здесь двое. Сюда можно пройти. В принципе. Да. Надо быть осторожной. Давай. Долг зовет. Надо быть осторожной. Так и будем сидеть. Вот этому крылышки-то подрежем. Валил гниду. Тут-то я. Так, табачок для собаки. Того надо убрать, наверное. Сейчас закинем. Могу пощекотать перышком. Сохранять хладнокровие. Что делать? Так, вопрос. А этого убить и этих троих.
мы не убивали где? Так, здесь толку нету. Здесь лестница была. Где она? А, вот она. Мы ее прошли. Мы сразу на броник могли пойти. Угу. Когда здесь убиваем всех, проходим сюда. И я бы... Что делать? Так, Мороз, давай. Где у тебя там была растяжечка? На всякий случай. На всякий. Если какая-то сволочь захочет полезть сюда, мы их натянем. Так. Тихо. Мина! Не ори, мина. Так, может, стоит перезарядить тебе пулемет? Вот он тихонечко такой, раз. Тихушечку. Отлично, молодец. Так и будем сидеть. Противник поблизости. Сохранять хладнокровие. Если не мы, то никто. Говоришь, пуля дура? Да не увертеться. Рискованно. Тут я. Так, тела забирайте. Зачем, что это? Да. Отличненько, давай. А вот нехрен зевать на пасту. Этого порешил. Что делать? Видно. Так. Заберем. И положим прям сразу вот этим. Ну, он спит или что-нибудь валяется там. Отдыхает. А может, в атаку? Палец, суки. Да, 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 да. Кто-то. А, мы здесь уже были. Здесь играют в игрушки всякие. Так, мне интересен этот архив. Очень интересен. Здесь надо этот архив сжечь. Так, это откуда мы пришли? Так, и что у нас получается? Два тела, да? Несколько даже. Дальняк, чувак. Здесь. Просто надо определенно по времени знать. Так, здесь двое еще смотрят. Куст можно. Хм.
Что делать? Вот это сейчас уйдет, нормально будет. А здесь есть чего? Каким это здесь судьба? Утомил вертеться. Петрец. Рискованно. Могу пощекотать перышком. Вот поэтому меня не брали в разведку. Что ты шумный. Был осторожен. Я... Что ты сморкаешься? Так, надо забрать вот этого парня. Утомил вертеться. Этого порешил. Поясни за базар. Долг. Смогу пощекотать перышком. Сделано. Стрелил, гада! Кого тюкнуть? Так, скидываю сюда. А может, в атаку? Этого сюда. Тихо. Может заметить. Противник поблизости. Задача ясна. Не мое не это бред. Жевать на пасту. Этого порешил. Убрал. Вот такой спорт по мне. А может, в атаку? Че, так и будем сидеть? Так этого скинем. Долго мне еще прятаться? Так, там архив еще, да? Наверху. Mm-hmm.
Командир, это возьми. Тихо. А грузовик там, да, получается? Ты, наверное, иди сюда. Куда дальше? Потому что архив надо открывать. В чем дело? Опасная дистанция. Так, здесь двое. Надо быть осторожной. Даже трое. Куда дальше? Устроим гадам сюрприз. Что делать? А может, в атаку? Ну, давай, соображай. Ты уйдешь вообще, нет? Так и будем сидеть. Куда его? Сохранять хладнокровие. Пристрелил гада. Отдыхай. Кого еще успокоить? Так. Одним меньше. Готов. Так, нет партизанов. Отлично, поиска. Так точно. Противник поблизости. Ага. Так. Это мы забираем. Досье. Хигрин БЛ. Немецкие танки прорвались в важные коммуникации, прикрывая которую было поручено капитану Хигрину. Его дивизия уже отличался в предыдущих боях. А сам он проявил себя как отважный командир артиллерии. Стоило танкам противника показаться, как умело расставленные орудия открыли огонь, орудие у которого находится сам капитан Хигрин. Вел стрельбу особенно метко. Враг нес большие потери, однако продолжал наступать. Когда почти весь расчет орудий был уничтожен, капитан Хигрин сам занял место наводчика, прежде чем он был сражен осколком снаряда. Капитан Хигрин уничтожил 4 вражеских танка, противник был остановлен. Честь и хвала. Так, по карте нам надо... Так, пожить тюремные архивы. Вот сюда нам тоже надо сгонять. Горло бы промочить. Давайте, пацаны, двигаем. Так, здесь электричество можно отключить, это хорошо. Опасность. Опасность — это второе наше имя. Так, свет туда не попадает, но этот сейчас вернется сюда, к этому солдату. Две лычки войдут, и этот тоже двухлычковый. Сюда можно проходить? Нет, это просто здание такое. Сейчас мы убьем. Пусть несем. Вот нехрен зевать на пасту. Ой, там с собакой. Сохранять хладнокровие. Точка. Здесь сейчас этот подойдет. Хотя здесь с собаками гуляют. Но на не. Шкеримся! Так, он пошел выключать.
Нет. Решил. Так, свободны. Добрые люди. Мозги сушишь. Патроны забрали. Так, здесь собаки. И здесь сколько людей вообще в архиве? Не видно. Так, вот этого надо убрать. И мы пройдем туда в архив. Его надо сжечь. Угу. Устроим гадам сюрприз. А пройти мы сможем. Я здесь. Да, я понял, что ты здесь. Так, там закрыто. Готова рискнуть. Так, давай забирай его. И потихонечку двигай. Здесь стоит под фонарем. Тихо. Очень удобно здесь, в принципе, можно будет унести сюда тело. Горло бы пром... Готов рискнуть. Этих мы оставим, мы не будем мочить. А чё сразу я? Керосином запахло. Так, давай пока спрячься. Тихо. Так, а вон и собаки. Так, здесь двое. Получается. Угу. Девчонка доходит. Давай возвращайтесь назад. Так, а ты смотришь в окно, нет? Видишь обстановочку? Только сюда смотри. Как вы далеко выходите с собакой. Не пляшу. Так, этого мы сюда. Атас! Порешил. Этого порешил. А это сюда тело спрятать. Сюда пройдем аккуратненько. Здесь. Риски разворачиваются нормально. Пусть потихоньку обходит по кустам. Что-то пропали, да, двое? Непонятно. Вот собаки, а? А чё сразу я? Сейчас пойдем рубанем.
Дестроем. Чё, так и будем сидеть? Мозги сушишь. Так, выключай. Давай. Куда дальше? Отдыхай. Противник поблизости. Могу пощекотать перышком. Опасная дистанция. Палец. Да как так-то? Говоришь, пуля дура? Ситуация. Не запалились его. Что мы, дети, в прятки играть? Здесь враг. Кого тюкнуть? Керосином запахло. А здесь их двое, да? Мозги сушишь. Опасная дистанция. Как еще успокоить? Так и будем сидеть. Палец, суки. Да. Так точно. Так, забираем. Газетная вырезка номер, часть вторая, 09. Поскольку побывавшие в деревне ранее немцы угнали скот и отняли у крестьян продовольствие, они не могли выполнить требования фашистского офицера. Тогда в деревне был направлен отряд карателей, согнав всех жителей, включая женщин и детей, на деревенскую площадь. Фашисты расстреляли каждого пятого. Оставшихся в живых крестьяне увели в концентрированный лагерь, в деревню сожгли. Жесть какая-то. Че? Так вот это надо смотреть, что здесь. А ты пустой. Докладывайте. Горло бы промочить. А чё сразу я? Так, ну что, девчонку нам отправили. Командуй, начальник. Давай, зажигаем. И это тоже давай. Здесь враг. Сделаем то, зачем пришли. Так, давай. Умница, девочка прошла. Здесь. Керосином запахло.
Так, ага. Обычный солдат. О. Можно вон что дождаться. Задача ясна. Что делать? Палец, суки. Давай сюда. Докладывайте. Здесь враг. Мне интересно, докуда идет собака. Захватит комиссара? Да, захватывает. Но они недалеко видят. Пошуметь нельзя. Поясни за базар. Так и... Долг зовет. Сюда бы роту пулемета. Да, поаккуратнее. Так и будем сидеть. Палец, суки. Этих двоих, понятно, убьем. Тихо. Давай, писать, проходи. Так что этот свет будет нас палить. Так, у него уходит. Че, так и будем сидеть? Этот отвоевался. Отлично получилось. Все шикарно. Может заметить. Поясни за базар. А может в атаку? Опять по кустам ползать. Тут а я. Куда дальше? Так, это мы все забрали. Поясни за базар. Что у вас? За базар поясним. Так, вот это надо забрать. В чем дело? Не финтифлюшки здесь. Долг зовет. Опасная дистанция. Давай, девчон. Какая опасная? А, там. 1000 долларов осталось. Девчонка командира тащит, а-ля. Красный броневик нам нужен, ну и нужно. Надо быть осторожной. Так, ну что так получается? А может в атаку? Так, пройдем. Так, этого фонаря надо дождаться. Ну его нафиг. Сюда бы пулеметную роту. Тихо.
То есть по нулям ничего не получает? Тогда делаем манипуляцию. Я не подведу. Берем. Куда дальше? Подрезаем крылышки. Этот тоже подкидывается. И наш режет прям. Отпустил кровь. Что мы, дети, в прятки играть? Прекрасное комбо. Классно вообще. А может, в атаку? Так, сбросим. Так, иди помоги. Сохранять хладнокровие. Опять по кустам ползать. Так точно. Здесь враг. Сказано по кустам, значит по кустам будешь лазить. Здесь. Слушаю. Разговорчики здесь. Бля, брось. Ой, брось, брось, брось. А вот сюда никак не попасть, да? Здесь двери надо перелезть и сюда попасть только если кто-то перепрыгнет, но не так уж и важно. Я вижу здесь дверь. Кто-то курит, сигарета видно. Командуйте. Ну все. Собираемся. Ну, погостили, пора и честь знать. Прорвались. Ну что, друзья, давайте закончим на этом. Спасибо, что пришли. Мы с Олей отделались синяками. На канал. Проставляйте капитану, достали за троих. Либо дизлайки. Вы отлично держались, капитан. Что думаете, и до новых встреч. Ушам своим не верю. Всем пока. Вы точно тупо?